Виртуальные книжные шкафы, ожившие классики и прочие удивительные новшества. Таким видят будущее участники областного конкурса среди специалистов муниципальных и государственных библиотек «Профессиональное признание 2018». В этом году финалистов корпоративных состязаний жюри выбирало из 23 соискателей 15 районов области. О том, как стряхнуть пыль с увесистых фолиантов и открыть дорогу книжной премудрости, узнавал Владислав Жирнов. Ваши мегапотребности, наши мегавозможности. Татьяна Анатольевна представляет на суд жюри свое видение храма книги 21 века. Сотрудник Самарской публичной библиотеки считает, что во главу угла нужно ставить развитие читательской инициативы. Это будут абсолютно новые условия по работе с фондом, связанные, конечно, мы никуда от этого не можем уйти, от технологии. Все это будет связано с книгой. Мы предлагаем читателям больше инициативы в нашей библиотеке. Это читательские советы, это простор для их творчества, как креативная творческая площадка мы представляем им себя, где мы рады абсолютно каждому. Самарская публичная библиотека – один из 5 участников ежегодного областного конкурса «Профессиональное признание 2018». За признание коллег борются представители Отрадного, Самары, Тольятти, Красноярского и Большеглушицкого районов. Каждый из конкурсантов попытался ответить на вопрос, какая она, моя библиотека будущего, а также представил на суд жюри свое видение инновационных и перспективных технологий работы, принял участие в дебатах на тему «Библиотека будущего». Можно сказать, с одной стороны, это вечная тема, и она всегда и каждый день будет актуальной темой, потому что сегодня библиотеки наши – это многофункциональные такие учреждения, которые объединяют в себя очень много направлений, а на территориях они вообще становятся почти навигаторами всех для местного населения, для общения, для встреч, для продвижения творческого направления. Всего на рассмотрении жюри конкурса было представлено 23 проекта из 15 муниципальных образований области. Для определения безусловного победителя жюри имеет твердый критерий. На мой взгляд, самый большой критерий – это оценка наших читателей. То есть если читатель с удовольствием посещает библиотеку, с удовольствием читает, с удовольствием общается с библиотекарем, посещает наши многочисленные мероприятия, то вот это, наверное, это самый важный критерий, по которому мы можем оценить, ты профессионал или нет. В итоге первое место досталось заведующей Тольяттинской детской библиотекой номер 2 Ольге Медведевой. Победитель получил памятный знак «Профессиональное признание» и сертификат на стажировку в одном из престижных ведущих библиотечных учреждений страны. Владислав Жирнов, Александр Каракулько, «Новости губернии».